Здравствуйте! Вы на канале Калита Алекс. Производим и продаем запчасти и ремкомплекты на сельхозтехнику. Сегодня представляем вам ознакомительный видеоролик о том, как работает гидроцилиндр. И в первую очередь вспомним, что же это такое. Гидроцилиндр – это объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения. Этот агрегат позволяет преобразовать энергию потока жидкости в энергию перемещения. Принцип работы гидроцилиндров во многом схож с принципом действия пневмоцилиндров. С помощью этих гидроаппаратов приводят в движение различные механизмы. Без особых усилий осуществляют технологические операции. Как бы это странно ни звучало, но принцип действия гидроцилиндра вы можете разобрать в любой аптеке. Для этого вам понадобятся два обычных шприца. Заполняем один шприц водой и нажимаем на шток, соединенный с поршнем. Вода под давлением начнет вытекать. Это значит, что шприц позволяет нагнетать воду. Выполняется функция насоса. Соединяем наш заполненный шприц-насос с помощью трубки с другим шприцом. Нажимаем на насос и видим, что жидкость заставляет шток другого шприца двигаться. Этот второй шприц и будет выполнять роль гидроцилиндра. Еще один наглядный пример работы с этой гидродеталью – это гидравлический домкрат. Правда, здесь нужно подавать жидкость от насосного плунжера. Чтобы задвинуть шток, нужно дать возможность жидкости выйти из полости. Все остальное сделает масса поднимаемого груза. Часто бывают случаи, когда гидроцилиндр должен преодолевать усилия в обе стороны, как при прямом ходе, так и при обратном. В этом случае конструкция немного дорабатывается. Добавляем герметичную штоковую полость, через которую жидкость сможет воздействовать на поршень. При подаче жидкости шток будет выдвигаться, при этом ей нужно дать возможность вытечь. Для втягивания штока подаем жидкость в полость. Для жидкости же из поршневой полости нужно открыть путь для слива в бак. Таким образом, основная задача заключается в том, чтобы качественно распределять потоки жидкости. И для того, чтобы делать эту работу на высоком уровне, есть специальное устройство – гидрораспределитель. Но о нем мы поговорим уже в следующем видео. На сегодня это все. Вы смотрели канал Калита Алекс. Производим и продаем качественные запчасти и ремкомплекты на различную сельхозтехнику. Спасибо вам за ваше внимание. До новых встреч!